Странная картина то и дело заставляет любопытных ленц-кузнечан останавливаться. В небольшое отверстие в земле, окруженное травой, медленно заползает труба. Немножко жутко. Труба очень похожа на большую живую змею. Здесь ведется прокладка новой теплотрассы при помощи установки горизонтально направленного бурения, что позволяет без траншейным методом менять сети водопровода, прокладывать новые трассы. Особенность в том, что мы должны были проложить теплотрассу под железной дорогой, под действующими коммуникациями, кабели связи, водопровод, дорога асфальтированная. Принцип действия установки прост. Забуривают буровые штанги. В одной точке присоединяется труба, в обратную сторону она вытягивается. И никаких открытых земляных работ. Если бы здесь экскаватор копал траншею, пришлось бы разрушать железную дорогу и асфальтовое покрытие. А так, несколько часов, и все работы по прокладке новой теплотрассы будут закончены. К слову, труба гарантированно пролежит в земле до 100 лет. Уникальную технологию укладки труб пока в Ленске-Кузнецком освоили только специалисты водоканала. Далеко не любой может освоить. Тут нужен опыт, смекалка нужна, чтобы человек не просто мог руками работать, а еще и головой думать. Потому что это довольно-таки сложная технология. Не просто так уйти куда-то в никуда, а прийти в назначенную цель. С одной стороны, в другую сторону. До 15 сентября основные объемы работ должны быть выполнены, так что тепло в палаты и процедурные кабинеты первой городской больницы поступит вовремя. Галина Ирина, Василий Обухов, Ленинск ТВ.